для жителей, проживающих на территории округов депутатов, уже стали традиционными. В этот раз повод особенно приятный – Международный женский день. Традиционно ежегодно в преддверии праздника 8 марта мы, депутаты городского совета Андрей Кубов, Вячеслав Артемов и я, собираем наших жительниц в этом прекрасном здании, проводим для них концерт и дарим подарки весенние. Еще раз хотел бы всех женщин поздравить с великим, с праздником, с 8 марта, пожелать крепкого всем здоровья, женского счастья, любви и всего-всего самого наилучшего. Всего на концерт пришли 500 женщин, прекрасных, сияющих и нарядных. Для каждой из них звучали весенние песни, выступали творческие коллективы из культурного комплекса, а мужчины поднимали настроение своими пожеланиями. В завершение праздничного концерта каждая дама получила из рук депутатов приятный подарок. Наталья Медведева, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».